И она говорит, вот Священное Писание дает нам картинки того, каким образом было богослужение у еврейского народа. Это, видать, того, из тех рассказов, где поясняется, когда начальник синагоги по окончанию богослужения спрашивал, у кого есть слово «наставление». И когда в храме находился, в синагоге находился Господь Иисус Христос, он выходил и начинал рассказывать то, что нужно благовествовать нынешним нашим православным христианам, священникам. Дальше, тому же самому примеру следовали и святые апостолы. Невозможно, какая жара. На расстоянии 1.5 метра, туда больше 2 метров огонь живет. Поставь, как он в трубу летит, вот, присядь. Вниз, посмотри, да, где это направлено. Володя готовится печь хлеб. Но тому же примеру следовали и апостолы Иисуса Христа, в том числе апостол Павел, который также всегда приходил в синагогу и по окончанию богослужения исследования Святого Писания, как пишется в Святом Евангелии, выступал со словом проповеди. А вот в наших храмах почему такая практика, как вы думаете, утрачена или вообще ее не было? Когда вот так подготовленные в христианском отношении, в плане знания Священного Писания прихожане, могли бы тоже выступать со Словом Божьим. Ведь наши святые отцы на Вселенских соборах только по вопросам догматическим обязали священников выступать и воспретили это делать кому-либо другому. Что сейчас мешает такую же самую практику вводить и в наших церквях, чтобы у нас было богослужение более живое, чтобы люди слышали Слово Божие не только за слово священника, который зачастую уклоняется от этого, а слышали его ну, вот таким вот образом, как это делал Спаситель. Вот это ладно, заслонку вот до сих пор поставь, чтобы меня не хватало, невозможно сидеть. Там 3 метра до огня, ты распалил, говорит, да. Печь страшно взглянуть, я Витя писал стихотворение. Понятно? Да маленькая, лучше как-то, прям уши запалило. Ну-ну. Вот. Дело в том, что евреям Господь послал испытание. У пророка Осии говорится, а народ обращается к священнику за ведением Слова Божия. А они не знают, они не учат, и за народ будут погибать. Пророк Осия очень подобно, 4 глава, 6 стих об этом говорит. Далее. Главное у них было, это жертвоприношение. Мы видим это уже в Аврааме. Он приносил жертву овна, ягненка. Он указывал на Христа. Исаак нес дрова. Дрова нес, то есть это считается древо, Христос нес крест. Он уже прообразовал Христа, которого положат на жертвенник. А они строят храм для большего прославления Бога, для жертвоприношения, не для проповеди, а для молитвы. И называется «Дом молитвы». А когда мы считаем апостол Павел, в Деяниях, там написано был молитвенный дом. Сектанты, баптисты, еретики, они этого не понимают. Дом молитвы – это место жертвоприношения. А остальное – молитвенный дом. Когда они за грехи, за отступление пошли в Вавилонский плен, то это было им на пользу. Когда архангел Михаил спорил с ангелом персидским, там князем противостал, когда пришло время освобождать, и два ангела как бы между собой, там перед Богом говорят, что архангел Михаил это защитник еврейского народа, а другой ангел там, у каждого народа свой ангел. У пророка Даниила говорится об этом, свой князь. Он говорит, ты Господи обещал, это Златоуст толкует так, 70 лет исполнилось, отпусти народ. А тот ангел говорит, Господи, не надо ему выходить. Здесь они идолам не приносили жертву, здесь они тебя любили, здесь они то-то не делали, что дома делали, а уйдете опять тоже. А кроме того, наш народ персидский просвещается через них. Рядом живут соседи, смотрят, как молятся. Но, однако, молитва архангела Михаила победила. Их отпустили. А они вернулись. С чем вернулись? Самое главное достижение. Они тут сюда принесли синагогу. Когда храм был разрушен,
жертв приносить можно было только в одном месте в храме, нигде больше. И они там не приносили жертв, а только на Пасху баранью косточку показывали и все. И сейчас баранья косточка. Ягненка не было, и по сегодняшний день нет, пока они не построят. И вот теперь еврейский народ стал искать ведение у Бога. Священники-то ушли, левии на колено в плену. Приносить жертву нет, и все внимание обратилось на изучение закона Божия. Слово «синагога» в Ветхом Завете не встречается, его нету. Оно встречается только в Новом Завете. Это они принесли оттуда, когда вернулись. Пророк Малахий об этом не упоминает. И поэтому у сектантов, у них у всех так, как и было у евреев. Синагога. Где учили это? Синагога означает школа. У них синагога, а у нас храм. У нас жертвоприношение, молитва, литургия, бескровная жертва Христа. То есть, когда истинно рукоположенные священники могут совершить это таинство. Но нигде нет запрета на то, что в храме нельзя проповедовать. Запрета нет на это. Но канон есть, что мирянин не может проповедовать. Вопрос догматического характера. Не может проповедовать мирянин, потому что надо сначала научиться иметь какое-то посвящение, как бы левитское. Поэтому меня рукополагает в домашней церкви епископ на то, чтобы я мог проповедовать и при епископе. Об этом о слове у меня есть в истинном православии в книге подробно, когда там Дмитрий и другие нападали за то, что представили слово Оригену, а он не был священником. А потом запретили священника, могут только епископы. То есть это было незаконное, вопреки Библии, решение. И оно, ну и привело к такому печальному результату. Павел был в синагоге, а у нас храм. Храм. И поэтому, когда батюшки не было, мы после богослужения заходили в трапезную, столы опрокидывали, место освобождали, и я проповедовал уже как в синагоге. Тогда можно было. А когда меня рукоположили, теперь я в храме проповедую при епископе. Вот и весь ответ. Потому что ваш вопрос о синагоге. Я считаю, что то, что синагогальное у них было, оно никак не отнимается от храмового служения. В храме Господь не мог, он в храме только один раз, второй раз выгнал, и все. Какой властью? Это его дом, мой дом молитвы, я навожу порядок в нем. Какой? Вот это вот и есть. Вот и все. Но было бы тогда очень живо и интересно принимать участие в таких, ну, таких, в таком исследовании и в наших храмах. Не просто так вот послушать выступление священника, которое переводит с церковнославянского языка на русский язык, потому что читалось из Евангелия. А чтобы люди как-то живое участие приняли в этом обсуждении. Все, стройте отдельно. Вот у нас трапезная, и деятельно принимают участие, на занятия приходим, вопросы задают, отвечают, читают, все известия, все знают. Вот и сделайте у себя трапезную. Мы не можем нарушить канон. В храме это не позволено, и в храме этого никогда не было. У нас называется храм. Тогда убирайте алтарь и служите просто так, а литургию совершайте в другом месте. Кто готов к причастию, те пусть идут. Тут пошло так. Главное, у нас литургия. Люди должны быть готовы к этому. А готовы? Литургия составлена по образу небесного. Будто мы все готовы, мы все освободились от грехов, готовы причащаться и входить в рай. А синагога подготавливала, школа. Вот весь ответ. Желание есть, хорошее дело, делайте. И делать нужно на законном основании. Иногда строят отдельные трапезы. Почему? Трапеза не разрешается в храме. В храме иногда ширмы закроются и столы ставят. Это не разрешается. Канон. Пока каноны у нас есть, их не отменили, мы не можем этого сделать. Не можем. А патриарх может отменить? Не знаю. Вряд ли. Просто не знаю. Вот в нашем храме, например, место для занятий есть. Но для взрослых занятий никогда не проводятся. Это плохо. И священник говорит, мне оно не надо. Мне оно не надо.
У меня много других забот, требы, например. Ну, требы, то есть требы. Требы не требуются, а научение народа требуется. Наемник. Все. Ужас какой, смотрите, как печка. Понял, как горит? Вот она, огонь заворачивается. Вот она так вот, чтобы кислород попадал. И там выше. Вот весь жар остается там. То есть эта печка сделана по всему масштабу, как должно быть. Моя работа, как Шариков говорил. Или как она горит. Нормально сдвинули, она ни дым сюда не идет, вся прогревается. Сейчас там наверху материю убирай, иначе она загорится. Наверху, на которой, на печи. А откуда она там? Там нет. Сверху русской печи, если у тебя покров есть, он загорится. Там где доски лежат только. Материю убрать надо, доски, все убрать надо. Доски там есть, да? А? Доски там вроде как есть. Ну, палате это отдельно. А-а-а. Тут не загорится. Палате. Это палате. Вот посмотри, я о чем говорю. Нету, там все нормально. Я сейчас о чем говорю. Посмотри, Никита. Вот они в палате. Тут оно не нагреется. В палате нагреется, вниз, что видно, что доски. Из-под низу. Вот. Теперь вот посмотри в печь. Подойди. Только смотри, чтобы стекло не расплавить. Вот. Вот этот пот называется внизу. Сильно подальше маленько оттяни. Вот. Он наклонный, чтобы кислород поднимался кверху. Иначе он вниз воздух не идет. И вот здесь вот 49 сантиметров, а там 2 сантиметра выше. Она выше как идет. И 2 сантиметра эти достаточно, чтобы огонь весь туда повернуть. Это не я изобрел. Я готовый. Я печник. 40 лет был печником. Но изобретать ничего не мог. Мне не дано. Я не изобретатель. И вот он, видишь, как он огонь там идет, видно, он кверху разворачивается, а теперь идет сюда. Прямо он сейчас подсушит все, что здесь есть. Вот весь ответ. У нас храм, у сектантов синагога. Это надо объединить. Объединить. Я говорил вот так, сказал, вот что вам мешает, чтобы они приняли рукоположение. А у нас икон, без икон можно служить, только не поносите. Вот они на меня нападают, там я за мощи, о мощах просто сказано. Мы должны их почитать, как прах и в прах возвратиться, захоронить. Это высшая почесть, божественная почесть, предсказанная в раю. А чтобы вырезать части тела, куда-то закладывать, это нет. Это все люди потом придумали. Вопреки Слову Божию. Ну, коль скоро разговор пошел о мощах, то я вспоминаю 5-летней давности события, когда привозили в Донецк десницу, руку святителя Спиридона Тремифутского. Это был март месяц, холодно было очень. Но столько много людей приехало в Донецк, когда привезли мощи в кафедральный собор. Люди стояли часами. Как на Пасху освящать Пасхи, люди так вот толпами стоят, да, много людей, такие это. В другие же дни людей в храме и десятой части нету. И вот возникает вопрос, не является ли создание культа, почитание мощей, вот именно такое чрезмерное, как бы подмена истинного богослужения. А там рука была вот так, поднятые пальцы? Слава Богу, не было. Это в другом. В другом месте, да. Десница Пантелеймона. Разобрались, сатанинский знак, так сатанисты отмечают. Люди шарахнулись, давай писать, что мы делали, Бамакету поклонялись. И вот какое возникает ощущение, что я прихожу поклониться деснице Спиридона Тремифутского, Царство Небесное, моли Бога нас, святитель Тремифутский. Ну, просто так вот, запросто получить от него исцеление, не предложив... Я не хочу про это говорить, не евангельский вопрос. Мощи должны быть захоронены, все кончилось. Это греки, торгаши, они все навязали. Мы приняли веру, испорченную в конец. Когда послы Владимира пошли искать, и они бы на соседней улице узнали, Павел проповедует, пришел. Приняли бы они эту веру, да не в жизнь. А вот это вот оно, обоняние по носу. Может, дали там запивку какую-то выпили, ну, богослужение. К
красочные одежды, по ушам колокольный звон. Мы как на небе были. Я говорю, на каком небе? Это были язычники, у них представление языческое, на языческом небе были. Ну дальше договорите, они в христианском небе понятия не имели. Там глаз не видел, ухо не слышало. И эти слова муссируют, повторяют неоднократно. Мы были как на небе. А послы были, ни слова не понимали по-гречески. Совершенно. Через толмачей там беседовали. Ну, как, вот и ответ. Как-то Алексей Ильич Осипов, профессор, выступая по поводу богослужения в храмах, говорил так, что порой возникает вопрос такого порядка, что люди приходят не столько порой на богослужение, сколько в храм, как в театр, где красиво поют, особенно если профессионально подготовленный хор. И вот за этим хором люди как бы забывают, зачем они пришли. Они пришли послушать красивые голоса, а потом, возвращаясь домой, говоря друг другу или соседям и близким, мы были как на небе. Такое было прекрасное богослужение, такой был хор великолепный. Вот это запоминается. А вот какое слово Божие читалось, и читалось ли оно, что рассказывалось во время богослужения на проповеди, вот об этом люди меньше всего рассказывают, а восхищаются красотой богослужения. Но действительно, богослужение должно быть красивым, но в такой ли степени, чтобы подменять слово Божие, которое там должно звучать. Что они говорят? Слово должно звучать, и слово должно привлекать. Эти люди, которые здесь были, они рассказывают, мы пришли, ничего не понятно. Помяни Ивана, Ирину, повторяй. Что это такое? Когда вышли, на столбе висит объявление, идут где-то занятия, дается Библия. А жена говорит, пойдем. Она говорит, ты, может, не православный, да посмотрим. Пришли, а там какие-то еретики. Они их приветили, все, дали Библию. И все, они там навсегда остались. То есть человек живой, который ищет общение с Богом, в православии он не задержится, там делать нечего ему, пока он не родится свыше. Я в православии, потому что знаю, что здесь благодатность. Благодать священства, епископата, там нету сектантов этого. И они не церковь. Если у них понятия о церкви никакого нет, в православии вообще идти незачем. Тут все дело-то в церкви. А христиане знают больше нашего. Слово Божие любят больше нашего. Живут чище нашего. В православии нет, что зацепиться. Единственное понятие о церкви, о рукоположении священства. Они на это сейчас бросили все. Доказать у них есть. Мартин Лютер был епископ. Он даже священником-то не был. Епископ. Знаешь как? Вот сейчас прогорит это все, поставит хлебушек, вот он у него хлеб. Видишь, как? Закрыто. Вот оно вздуется сейчас. Ну все. Все, пока. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Покажи, огонь есть, как пылает. Наклонись ниже. Самый пот показать. Вверх, как оно кругло заварено. Какой, интересно, свод. Как кирпичи лежат. Там нету никаких уголков, как сегодня делают. Горит как. Все.